Короче, блядь, это Казань. Очередное видео с горячей казаночкой, на этот раз ее заметили в районе ТЦ Парк Хаус. Интересно, это та же дива, которая смущала прохожих пару дней назад, или это какой-то глазадый флешмоб? Ранее в Казани прямо по проезжей части бегала обнаженная женщина. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях. Они опубликовали видео 7 ноября. Девушка шла босиком по холодному мокрому асфальту. Она бегала по дороге возле бульвара «Белые цветы». В какой-то момент к жительнице подошел мужчина в серой куртке с капюшоном. Он не ответил на вопрос автора поста о происходящем и попросил не снимать женщину.